Сильная слабость, нет сил даже, чтобы встать с кровати, усталость, нет никакого желания, апатия. Человек лежит постоянно уставший, а причина находится в позвоночнике. Вот отсюда наиболее частая причина этой слабости, синдром хронической усталости. Сделайте простой тест для того, чтобы понять, есть у вас эта проблема или нет. Простой наклон вперед. Опускаете голову, круглую спинку. Если в этот момент у вас начинает здесь болеть, значит, у вас есть проблема с грудным отделом позвоночника. Можно более тонкое упражнение сделать. Голову повернуть в этом положении в одну сторону или в другую сторону. Если боль отдает тоже куда-то из сторон, это говорит о том, что у вас точно будет слабость. Иногда эта боль даже сюда может отдавать. Как справиться с этой проблемой? Положимся на живот, сюда личиком. Я вам покажу сейчас простое упражнение, которое вы можете себе хотя бы немножечко облегчить это состояние. Берем руки за лоб, за голову. И теперь вам нужно сделать упражнение. Поднимаем голову и туловище вверх. Головой поднимаем туловище. Опускаем, поднимаем. Таким образом мы расправляем грудной отдел. Опускаем, поднимаем. Запомните, эта проблема лечится, но даже я, устранив причину, подожду еще месяца полтора для того, чтобы восстановились силы. Лечите свою спину вовремя. С вами доктор Родион.